Здравствуйте. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался о возможном завершении карьеры олимпийской чемпионки Алины Загитовой. В своем телеграм-канале Губерниев задался вопросом, почему все возбуждаются, когда читают новости про Загитову. Закончила? Не закончила? Спортсмен, если есть возможность, всегда тянет с таким решением. Вспомним Плющенко, Сотникову и других. Написал Губерниев, подчеркнув, что пока спортсмен не объявил о завершении карьеры, он находится на ставке в ЦСП, региональной ставке, а также пользуется поддержкой спонсоров. Получаешь денежки деньжата, а они слаще пряника, милее девушки. Кто ищет ответа «быть или не быть»? «Плевал я на Гамлета, коль не умеет жить», заключил Губерниев. Напомню, 21 августа стало известно, что Алину Загитову пока не включили в список участников Кубка России по фигурному катанию, который является отбором на чемпионат России. Думаем, что Дмитрий Губерниев в очередной раз решил попиариться. Начал давать комментарии по поводу того или иного решения фигуристов. Думаем, что лучше ему все-таки оставаться комментатором биатлона. Хотя и на этот счет у многих поклонников биатлона разные мнения. А вы что думаете по данному поводу? Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!